Меня зовут Мурат. Да, это я, хотя моего лица здесь не видно. Если бы кто-нибудь мне сказал, что в будущем меня будут везти в багажнике джипа со связанными руками и запечатанным ртом за сделку по многомиллиардному тендеру, я был бы крайне удивлен. Но давайте все по порядку. Это я. Специалист по госзакупкам в одном из РГП нашей славной столицы. Работа не пыльная, стабильная, но малооплачиваемая. Ну что, Акылбаев, долго мне ждать от тебя протокола? Нет, я вам после обеда занесу. Сколько можно тянуть, Акылбаев? Если через час протокол не будет лежать у меня на столе, я объявлю тебе выговор. Да, я понял. Все, жду. Хорошо. Марал Нурахметовна. Мурат, ты пойми меня правильно. Если ты не будешь оплачивать квартиру вовремя, мне придется попросить тебя съехать. Да я все понимаю, Пай. Просто зарплату задерживают, поэтому... А вообще, завтра вот обещали. Все, завтра последний день. Потом не обижайся. Но был в моей жизни и лучик света. Это Алия. Моя любимая Алия. Ты что? Родственники не поймут нас. Да к черту родственников. Зато будем загорать под солнцем, коктейли пить вкусные. Классно же? Ой, мои родители все равно проведут меня за ту. Хотя, если честно, лучше бы дали бы денег на квартиру. Да ничего. И свадьбу сделаем, и у за ту. Откуда деньги? Пока не знаю, но я в лепешку разобьюсь, а деньги найду. Вот в лепешку не надо. Ты мне нужен целый и невредимый. Вот за это я тебя и люблю. Только за это? Да нет, почему? Еще за твои глаза, за твой носик, за твои щеки. Жизнь – интересная штука. Одна встреча может изменить многое в твоей жизни. В моем случае это была встреча с бывшим однокурсником Айдаром. Мурка! Мура! Мура! Айдар, ты что ли? Да! Че, не узнал сразу? Ты узнал. Че, как ты? Нормально, потихоньку. Ты как? Хорошо. Ты че, чем занимаешься? А я сейчас вот дядьке помогаю на базаре краску продавать. Блин, классно. А что не по профессии? Братан, ты же знаешь, я везде юрист, как из тебя балерина. Ты чем занимаешься? Я вот как раз-таки юрист в отделе госзакупок в одном РГП. Базару нет. Я всегда знал, что ты юристом будешь. Ты же в группе, блин, один из лучших был. А госзакупки – это тема. Кстати, братан, давай одну тему провернем.
Вы же там по-любому, да, всякое мутите? Да нет, ну, мутят шефы, а мы так, офисный планктон. Да ладно, что ты прибедняешься? Короче, наш товар на этих госзакупках надо толкнуть. А то мне дядька достал уже. Давай, давай на эти госзакупки. Ты что, говорит, зря юрфак закончил? Ну, он прав, ты что же юрист? Что сам не попробуешь? Да я бы с радостью, но там геморра столько, и мне тяжко. А у тебя 100% получится. Даже не знаю. Короче, мы тебе даем товар со скидкой, а разницу ты себе оставляешь. А, надо подумать. Да что там думать? Берешь товар под реал и толкай себе там. По идее, интересно. Давай я обмозгую, потом свяжемся. Все, братан, без проблем. Давай. Давай. Рад увидеться. Я тоже давай. На следующий день после разговора с Айдаром я начал смотреть закупки по краске. На мое удивление, запросов было много, и соблазн заработать был большой. Хотя я знал процесс закупок хорошо, но сам никогда не поставлял. Страх сделать первый шаг сковывал меня. Акылбаев, ты чем тут занимаешься? Я, ну, работаю. Где то письмо, которое я тебя просила сделать час назад? А, да я еще не все документы по закупкам сформировал. Ну так формируй быстрей! Этим я и занимаюсь. Ну что, Мура? Мы теперь партнеры. Бабла нарубим. С такие высоты ждут впереди. На. Да не говори. Надеюсь, у нас все получится. По-любому. Нехилая такая. Да, мне чувак один с ЧУ завозит. Нормальная такая трава. Как ты сказал? Нормальная такая трава. Еще раз скажи. Нормальная такая трава. Ты как в мультиках разговариваешь. В общем, мы открыли компанию и счет в банке. Получили электронную цифровую подпись, и я сразу принялся за разработку заказа. Алло, Мура, здорово. Дайдар. Ты же выслал мне заявку? Ну, да, а что? Я тебе не те цены поставил. В смысле, как не те? Да я краски перепутал, и они на 20% дороже. Короче, мы в минусе, братан. Блин, Айдар, ну ты чё? Да там у них названия практически одинаковые были. И чё теперь делать? Я не знаю, а чё будет? Ну смотри, если мы откажемся от закупки, то будем платить штраф. И нас по-любому внесут в реестр недобросовестных поставщиков. Блин, брат, извини, я не специально. Ладно, не переживай, что придумай. Хорошо. Мурат, что с тобой? Ты весь вечер какой-то странный. Да все нормально, не беспокойся. Мурат, не ври. Расскажи мне, что случилось? Да там одно дело, в общем. Помнишь, я тебе рассказывал, что встретил одногруппника Айдара? Да. Ну вот, мы хотели с ним кое-какую поставку осуществить. И просчитались. Вот теперь не знаем, что делать. А что заказчики говорят? Может, стоит поговорить с ними? Объясните причину или заинтересуйте их чем-нибудь? Подожди, как ты сказала? Объясните причину. Потом. Заинтересуйте их. Точно. Можно же их заинтересовать.
Мы же в Казахстане живем, в конце концов, нужно их просто заинтересовать. Извините, пожалуйста. Ты моя умница. Что бы ты делал без меня? Вообще у нас этой краски много осталось. Ты можешь 50% поставить от партии, а 30% бонусом? Без проблем. Хотя сделка вышла по нулям, радости моей не было предела. Ведь мы не ушли в минус. Ну ты красава, братан. Так выкрутился. Рахмет тебе. Да это не мне рахмет, а нашим людям, которые на всем хотят подзаработать. Не, ну все равно круто получилось. Я думал, капец, сейчас денег потеряем. Да, главное, обошлось все. Теперь главное этого не повторять. Остановился. Слушай, а это же тема. Что именно? Ну представь, если мы будем всем так поставлять. Ты что, предлагаешь с каждым так договариваться, что ли? Ну да. Где-то я помогу. Ты же понимаешь, что это мошенничество? Да какое мошенничество? Не мы, так они сами эту половину на рынке продадут. Это же расходный материал, у них нет инвентарного номера. Как ты проверишь, братан, сам подумай. Ты прав, с одной стороны. И мы можем, в принципе, самую низкую цену по себестоимости поставить. Но в любом случае в проигрыше не будем. На крайняк в ноль выйдем. Да, точно, брат. Да давай! Все шло как по маслу. Все хотели подзаработать, и мы им в этом помогали. В общем, так, Мурат, то, что там тебе наговорили, зам, завсклад, не слушай. Я здесь главный, я. В следующий раз ничего не приводи, пополам поделим и все. Хорошо? Хорошо. Ты что, теперь с каждой своей однокурсницей будешь целоваться? Целоваться? Да она меня просто в щеку поцеловала! Да видела это просто в щеку! Она это специально взяла, чтобы тебя разозлить! Зачем ей меня злить? Мурат, ты что-то скрываешь, да, от меня? Да мы по студенчеству с ней встречались! А, еще и встречались! Подожди, Алия! Те отношения, они были совсем несерьезные! Как ты можешь подумать, что какие-то прошлые отношения могут повлиять на наши? Все, что я сейчас делаю, все я делаю ради тебя! Мне кроме тебя никто не нужен, ты это знаешь! И люблю я тебя только, и все! Как ты можешь на это обижаться, я не понимаю! Выходи за меня! Чтобы начать свою новую жизнь, мне надо было закончить одно важное дело. Очень жаль, Мурат, что ты уходишь. Ты был хорошим специалистом. Спасибо. А вы были последней тварью. Ах ты, подлец, я тебе устрою, ты меня понял? Я тебе говорю, ты меня слышишь? Надеюсь, никогда не увидимся! Я тебе покажу еще!
Тем временем мы обзавелись новым офисом. Благо, деньги позволяли это сделать. Айдар, подойди сюда. Я, кажется, кое-что крупное нашел. Че там? Смотри. Какой объем расходных материалов. Свыше 500 миллионов тенге общая сумма закупок, прикинь. Нифига себе, 500 лямов? Блин, мы такой объем еще не поставляли. Угу. Че, как думаешь? Вяжемся в бой? А почему нет? Давай. Такого объема поставки у нас еще не было, но соблазн был велик, и мы начали готовиться. Опа, смотри. Они написали, что поставка должна осуществляться согласно заявкам в течение года, а также весь перечень товара должен быть уже на складе. Вот они ушлые. Они же хотят растянуть поставку. Кому-то скажут за месяц поставить, а кому-то вообще за год. Понимаешь? Да. Плюс еще и наличие всего товара на складе. Блин, а где мы найдем такой большой склад? Ну, склад мы найдем. А как покажем, что он забит? А я знаю как. В общем, братан, такой склад нашел. Здесь у дядьки раньше мебельный цех был. Или что-то такое. Я, короче, как думаю, возьмем товар, лицевую часть выложим, а сзади пусто будет. А если они внутрь захотят войти? Поверь мне, братан, не смогут. А-а-а. Понял, понял. Ну, молодец, молодец. Можешь же иногда мозги включать. Да. В смысле иногда? Хочешь сказать, что я тупой? Это моя идея была, слышишь? Че, готов? Готов. Все, ушла заявка. Ждем результата. Если мы выиграем, я себе крузак куплю. Черный 200-й. А я тогда белый. Да. Рассекать по городу будем. Давай. Так, все, я открываю. Давай быстрее, а? Где? Нахрена столько страниц сделать? Не мог написать либо да, либо нет. Игру проиграл. Помолчи немного, а? Сам нервничаю. Вот это? Мы проиграли, да? Мы проиграли. Я не хочу обратно к дядьке на базар. Ты что завис? Мы выиграли. Ты что, угораешь, что ли? Где? Выиграли? Мы выиграли. Мы выиграли. Это была наша первая крупная сделка. Нашей радости не было предела. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Нурлан, начальник управления по госзакупкам. Вы победитель тендера. Да, мы. Сейчас зайдем председателя, я вас представлю. А можно вопрос, о чем говорить будем?
Председатель хотел лично увидеть победителя такого крупного тендера. Хорошо, отлично. Пойдемте. Здравствуйте, Роза Кусейнович. А, Мурлан. Заходи, присаживайтесь. Вот привел поставщиков по строительным материалам. Заходите, присаживайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, это вы вырыли наш тендер? Да, мы. Почему позвал вас сюда? Хотел лично поговорить. Осилите такого биопортала? Конечно, постараемся. Но нам надо убедиться в серьезность ваших возможностей. Хорошо. А что нам нужно сделать? Мы на днях к вам приедем и хотели бы лично убедиться в наличии у вас склада и товара. Да, конечно, можем организовать. Вот отлично. Тогда, Нурлан, организуй все. Хорошо. Ну тогда до встречи. Шоссе Салбонс. Ага. Салбонс. Че, как там? Четко все. Ну, надеюсь, не заметят. Да нормально все. Не парься. Опа, все, едут. Ну, давайте, показывайте свой склад. Да, конечно. Да, впечатляет. Как видите, весь склад обставлен. Хотим расшириться, а то не влезает уже. А вовнутрь склада нельзя пройти? Мы бы рады показать, но мы и сами даже пройти не можем туда. Ясно. Ну что ж, пошли. Да, я проверил все документы на склад. Все товары имеются. Можно, думаю, дальше идти. Вот отлично. Дальше все вопросы решаем в том главном. По рабочем порядке. Все, спасибо. Рахмет Салбонс. До свидания. Ну, теперь я могу вас точно поздравить с победой. Рахмет. И мне надо переговорить с одним из вас. Угу. Мурат, давай ты, я пойду по повороту справа. Угу. Мурат, ты же понимаешь, не все так просто будет. Да, конечно, понимаю. Я сам хотел переговорить насчет этого. В общем, 25% от всей суммы нашей. Угу. Но поставить нужно не меньше 50% товара. Без проблем, сделаю. Договорились? Конечно. Все, до встречи. До свидания. Че там? Да все четко. А ты переживал. Кто, я переживал? Нурлан нам предложил фактически идеальные условия поставки. Это была победа. Мы решили слегка расслабиться и отметить наш выигрыш. Айдар сказал, что вы бизнесмены? Ну, у нас сложно назвать бизнесменами. Почему?
Это потому, что бизнесмены, они продвигают какое-то свое дело, свое производство. А вы кто тогда? Мы скорее тендермены. Знакомое слово, где-то слышала. Тендер – это закупки, правильно? Да. Я слышала, кто занимается тендерами, зарабатывает очень хорошие деньги. Ну, возможно, но, наверное, не все. Но мы... Так интересно. Что-то не так? Да нет, все хорошо. Я тебе не нравлюсь? Саня, ты красивая. Асы. У меня девушка есть. А мы ей ничего не скажем. Да я смотрю, вы вообще язык пошли. У вас что, любовь, что ли? Все возможно. Ну да, ну да. Ладно, давайте выпьем. У меня тост как раз. Братан, давай, чтобы наши дела росли только в гору. За нас. Ну и за вас. Ты, братан, будешь? Да не, мне и так нормально. А эта тема тебя выровняет. Давай попробуешь. Не. Запарю один раз. Да нет, Саня, ты чё? Да давай! Чё ты столько работали? Заслужили? Хотя давай. Хоть раз в жизни попробую. Что такое кокаин? Давай, давай. Но ты уснул, как младенец. Фух, отлично. Не то чтобы... Просто... Извини, пожалуйста, мне бежать надо. Пока. Хорошо. Пока. Председатель и его заместитель Нурлан ничего не знали о том, что на местах часть товара размывалась, и мы имели дополнительную прибыль. Смотри, вот эта линия любви, она прям до сердца идет. Одна на всю жизнь у тебя. Прям как у меня. Чувствуешь? Это же судьба. Возможно. Давай сходим куда-нибудь вместе. Даже не знаю. Выбери самое лучшее заведение в вашем городе. Посмотрим. Значит, договорились? Угу. Супер. Слушай, а ваш шеф всегда опаздывает? Да, часто. Его назначили к нам недавно, и он какой-то родственник близкий председателя. Ну надо же. Здравствуйте, Анна. Приготовь мне чай пока. Здравствуйте. Познакомьтесь, это мой партнер Айдар. Заходите в кабинет. Ну, рассказывайте, что там у вас? Мы являемся поставщиками строительных материалов. Хотели бы вам предложить... Извините, пожалуйста. Секунду.
Простите. Извиняюсь, мы бы хотели вам предложить, точнее, обсудить условия поставки товаров. Да, слушаю. Так вот, мы хотим завести товар так, чтобы было удобно просчитать его логистику. В последующие разы мы узнавали, в каких отношениях состоят директора филиалов с председателем, чтобы избежать таких ситуаций. Мы захотели отблагодарить Анару за то, что она нам сэкономила миллионы и избавила от возможных проблем с председателем. Анара? Слушай, со свиданкой не получится, у меня срочные дела в городе. А вот скромный подарок тебе. Зачем? Не надо. Пусть это будет вместо цветов. Спасибо тебе большое. Спасибо. Такую кучу бабок первый раз в жизни вижу. Да, я тоже. Я завтра их отдавать. Жалко так. А может, ну их? Возьмем бабки и свалим. Ну, если честно, у меня тоже такая мысль была. Ну, как говорится, договор дороже денег. Мне отец так говорил. Да тем более мы на этой сделке и так нормально заработали. Че ты? Честный ты, братан. Это прям вообще слишком честно. А я прям задумался. Ну, че ты, брат, готов? С бабками нормально все? Да с бабками нормально. Только я сам что-то очкую. Да завязывай, что ты очкуешь, нормально все будет. Расслабься. А прикинь, нас спасут. Завязывай, кто нас спасет? Кому мы нафиг нас сдались вообще, а? А что вообще сам Нурлан сказал? Он сказал сюда подъехать и позвонить. Походу, он сам где-то сидит и думает, что мы его сдадим. Возможно. Короче, ладно, давай звонить. Алло. И я подъехал. Все, хорошо. Что сказал? Говорит, в холле ждет. Так, братан, если что-то не так пойдет, бросай сумку и сразу вали. Я тебя здесь ждать буду, окей? Короче, я погнал. Стой. Пойдем. А куда? Со мной иди. А сумка? А ты оставь. Зачем она тебе? Прям здесь? Да, здесь оставь. Как ее же могут забрать? Кому надо, тот и заберет. Понял. Как в целом, Мурат? Все гладко прошло с поставкой? Да, отлично. Сейчас мои люди проверят документы. Подождем немного? Конечно. Ты участвуй в наших тендерах в следующем году. Все регионы вовремя получили товар. Шеф доволен. Обязательно поучаствуем. Да. Ну все окей. Рад был с тобой иметь дело. Взаимно. Давай, до встречи. Приходи, не забывай нас. Конечно. Спасибо. Быстрее. Что случилось? Потом расскажу, топи! А что случилось? Рассказывай, Мура. Он нас сдал, да? Да все классно прошло. Че? Все, можем бабки тратить, классно все прошло.
смысле? Все прошло как по маслу. Он деньги забрал. Ты что, идиот, что ли? Я же чуть не обосрался, блин. Ты видел свое лицо. Все, братан, мы богаты. Придурок. Наша первая крупная сделка завершилась удачно. И что мы сделали? Правильно, мы купили по крузаку. Настал наш долгожданный день свадьбы. Мы с Ильей были безумно счастливы. Мура! Здорово, брат. Поздравляю тебя, дружище. Спасибо. Молодец. Где твоя красавица? Да, сейчас спустится. А, классно. А, кстати, да, познакомься, это моя красавица. Мурат. Диан, поздравляю вас. Спасибо, очень приятно. Я думал, что знал обо всех увлечениях Айдара, но оказалось нет. Он стал азартным игроком в покер, куда просаживал все свои заработанные деньги. Тем временем у нас родилась дочка. Назвали ее Айлин. С рождением дочери я понял, что такое по-настоящему семья.
Да, конечно. Ну, при встрече можем обсудить. Конечно. Да, хорошо. До свидания. Спасибо. Ты чё такой хмурый? Да, нормально всё. Ты сам как? Как дочка? Да, отлично всё. Она ползает вовсю уже. Ты, кстати, давно не заходил. Давай на этих выходных приходи, пообщаемся. Алья вон вкусненького приготовит. Не, на выходных не смогу, там у меня дела кое-какие еще. Ладно. В общем, я, кажется, нам новую тему нашел. Че за тема? Нефтепродукты. И чего? Ну, мы по той же схеме можем продавать нефтепродукты. Там, наверное, нехилые такие объемы, да? Да ты бы видел. Нереальные просто. А эта тема агашками не забита? Да, забита. Ну, не особо. Мы не будем лезть там в добычу нефти, нет. Это просто оптовая, мелкооптовая поставка бензина с России. Так для этого ж лицензия нужна, нет? Да, нужна, и мы сможем ее получить. Теперь самое главное, почему я тебе это предложил. На меня вышел один мой родственник. Он там в одной из областей проводит процедуры закупа нефтепродуктов. Не шеф, конечно, но сказал, что может помочь. То есть ты хочешь сказать, если мы сорвем пару жирных контрактов, то можем потом всю жизнь ничего не делать? Абсолютно. Только отдыхать. Угу. Так что давай, готовься. Тендер уже скоро. Давай сделаем это. Смело, братан. Смело. И наша работа закипела. Мы начали упорно готовиться к тендеру. Но тут была одна загвоздка. Надо было предоставить документы на право владения или аренды как минимум одной бензоколонки в данном регионе. Она хоть работает? Ну, говорят, что работает. Да главное, она по документам как бензоколонка проходит, понимаешь? Ну да. Что там жестишь? Ну как вам бензоколонка? Братан, на ней когда последний раз заправлялись? Эй, больше месяца назад где-то. Больше месяца? Согласен. Сип турган на все гузни. Алай. Берем. Давай. Только за полцены. Полцены есть? Коспайс нормально? Нормальная цена. Эй, шай, алм дальше. Все, договорились. Давай, Бу, нормально, без проблем. А документы? Всего? Оп, всего. После получения лицензии на поставку ГСМ мы встретились с моим родственником Арманом, который работал в Акимате. В общем так, мужики, по бумагам вы проходите. Единственное, по цене надо решить. Ну, как скажешь, так и поставим. Вам повезло, что конкурс не проходит в электронном формате. А после проведения конкурса я вам скажу, какую цену поставить. Отлично. А, кстати, насчет отгрузки. Какой объем? В общем, я поговорил. Половину отгрузите. А половину сами поделим. 25% моих с учетом всех людей, а 25% ваши. А какая окончательная сумма, выделенная из бюджета? Около 10 миллиардов тенге. Ничего себе сумма. Да неплохо, да. Так что, ребята, работаем слаженно. Отлично. Скажите им, чтобы не затягивали с отгрузкой, а иначе мы выставим штрафные санкции. Наша сеть супермаркетов не должна страдать от недобросовестных поставщиков. Хорошо. У вас вопросы? Возникли перебои поставки сырья на наш перерабатывающий завод. Я уже поговорил с поставщиками, они завтра обещали уже зайти в график поставок. Еще вопросы? Нет. У меня тоже нет. Ну хорошо, идите.
вам пришел Габит. Пусть заходит. Что там? В общем, пробили этих ребят. Столичные мальчишки. Вышли на тендер через новое начальство в Акимате. Смышленые парни оказались. Плотной крыши нет. Значит, с этими пацанами нужно провести профилактическую беседу. Хорошо, проведем. Хотел уточнить у вас насчет этого журналиста с местной газеты. Что с ним делать? Несговорчивый. Да ни в какую. Говорит, всю правду о вас напишет, как вы поднялись в 90-х. Если бы этот сосунок журналист знал, какое это было время. Выживали как могли. Сильнейший побеждал. А теперь какие-то пацаны с ноутбуком хотят увести мне из-под носа огромный тендер. Отправь мне пару парней. Пусть объяснят, что да как. Хорошо. Я тогда пошел. Иди. Мурат, правильно? Да. Можно пройти? О чем вы хотели поговорить? Вы, наверное, не знаете местного бизнесмена Бексултана Тимирбековича? Нет, не слышал. Поищите о нем информацию в интернете на досуге. Ладно. Вы об этом хотели поговорить? Нет. Из года в год наша компания выигрывает этот тендер. А в этом году появились вы. Кажется, я понял, да? Но мы же выиграли в конкурентной борьбе. Мы знаем, в какой борьбе вы выиграли. Извините, я не до конца понимаю, в чем, собственно, дело. В общем так, Мурат, вы должны отказаться от подписания этого договора. Почему? Потому что это наша тема. Или у вас возникнут проблемы как с этой сделкой, так и вообще. Вы угрожаете, что ли? Мурат, ты же умный парень. Все понимаешь. У тебя день, Мурат. Жду звонка. Мура, че за типуган приходил? В 90-х Бексултан Тимирбекович, по слухам, был лидером ОПГ в Алматы. В 2000-х легализовался в крупного регионального бизнесмена. Основное направление деятельности – это продажа нефтепродуктов. Походу, бывший авторитет. Видел бы ты этого Габита, по-моему, не бывший. Я думал, 90-е прошли уже давно. Ну да. Что думаешь? Без понятия пока. Может, они нас просто на понт берут?
В принципе, по закону они нам ничего не могут предъявить. Ну да, у нас же контракт легальный. Ну и все, фигня тогда это. Помнишь, мы же пацанов в универе точно так шугали? Ерунда. Но это не универ уже. Ладно, если угрозы дальше будут продолжаться, в полицию обратимся, да? Да, так и сделаем. Пошли. Ты говорил, позвони. Мужики, мужики, вы чего? Вы чё, братишки, рамсы попутали? Слушай, давай наше дело пока на паузу поставим. Thank you.
Оп, молодец, молодец. А где Айдар? Тихо, я не знаю. Вот сам его давно не видел. Там же холостой по девочкам, наверное, шляется. Да? Да, дядя Айдар пропал. Позови его, пусть к нам в гости придет. Хорошо. Давай за папу. На, давай за маму. Давай. За маму. Давай, Аня не хочет, она только за папу кушает. Да, Айдар, здорово. Как ты, брат? Отлично, братан. Вчера так потусил, что... Короче, докинь, у меня в кровати какая-то тёлка, и ты вообще не помнишь. Так это ж нормально для тебя. Мура, у тебя налика нет про себя? Есть дома немного, да? Да, не пару штук на недельку. Ну, без проблем, да? Все, братан, Рахмет. Ты мне обещал, что ты больше не будешь пить. Нормально все. Чего ты боишься? Останови машину, я хочу выйти. Тихо. Пожалуйста, остановись! Вот урод! Пошел ты! Козел! Сама пошла ты! Че, братан, как ты? Все нормально у тебя? Да, нормально. Я это спросить хотел. Мы когда к нашим движухам вернемся? Я как раз с тобой насчет этого поговорить хотел. В общем, после того случая, помнишь, я много думал. Мы вот пытались заработать миллионы, там, миллиарды какие-то, при этом забывали более ценные вещи. Я после степи домой зашел, дочку увидел, Алью. В общем, я думаю, завязать с нашими делами и открыть какой-нибудь легальный бизнес. Ты сейчас серьезно? И чем заниматься планируешь? Пока не знаю. Есть там пару идей. Ну, ясно. Рад за тебя. Ладно, давай. Домой заходи. А то тебя Алья столько наготовила. Пойдем. Кстати, Мура. Я спросить хотел. Ты мне можешь еще штук 5 одолжить? Так, а твои деньги где? Да, там потратился туда-сюда. В долг пораздавал. Сам жду, когда вернут. Ну ладно, давай. Все, Рахмет, брат. Да, без проблем. Заходи. Дайдар. Алло, здорово, брат. Здорово. Как дела? Что делаешь? Да, туда-сюда двигаюсь. Движуху пытаюсь создать. Красавчик. Этот, Мура, мне помощь твоя нужна срочно. Ага. Что случилось? Да я тут на бабки встрял, там поставить надо. Да, сколько? 40 тысяч баксов. Сколько?
Ты что такого сделал? Да это долго рассказывать. Так, а машина где твоя? Я продал ее. Продал? Да что с тобой происходит, а? Да нормально все, сейчас я вот отыграюсь. То есть отобьюсь, и нормально все будет. Так. Айдар, ты что, на бабки играешь? Есть такое. Так что ты займешь? Да у меня сейчас нет, я в дело вложился. Да он, Тимур, а что ты жмешься? Вернуть эти бабки. Айдар, успокойся. Да как ты понять не можешь? Мне нужны они. Да если бы у меня даже были, я бы тебе на твои игры не дал бы. Давай приезжай, лучше поговорим. Да пошел ты тогда, понял? Для друга, если бабки зажал. Урод, блин. Мурат? Айдар? Как ты, брат? Да нормально. Сам как? Да ничего, потихоньку. Как Илья, как дочка? Хорошо все. Что с тобой происходит, братан? Да ничего, все ровно. Мурат, ты скажи, ты... Можешь мне еще немного денег дать? Я же тебе по телефону все объяснил. Да я отыграюсь и верну. Тебе надо завязывать с этим. Братан, ты же знаешь, мне завязать как два пальца об асфальт. Отыграюсь, верну, обещаю, последний раз. Айдар, я на твои игры тебе денег дать не могу. Тем более их и нет, я в новое дело вложился. Я же говорил тебе. Новое дело? Без меня. А знаешь, Мура, а ведь по факту ты мне еще должен. В смысле? А кто эту тему с краской придумал? Ты, что ли? Ну, вот когда? Ну, на то пошло. Без моих опыта и знаний ты бы ни хрена не смог заработать. Смог бы. Смог бы. Я бы другого лоха нашел. Айдар, иди выспись, пока не поздно. Да мне некогда спать, мне бабки нужны, как ты понять не можешь. Короче так, либо ты мне даешь бабки, либо я тебя фиником сдал, понял? Ты что, совсем сдурел, что ли? Ты меня сдашь, сам попадешь, придурок! А мне, в отличие от тебя, тереть нечего. Вот оно как, да? Делай, что хочешь. Друг. Мурат! Что с тобой? А нет у нас больше друга Айдара. В смысле? Предал он меня. Даже посадить хочет. Что? Из-за чего? Деньги. Ему нужны мои деньги на вот эти свои игры. Брат, мне кажется, ты много выпил. Он же твой близкий друг. Из-за этого близкого друга меня посадить могут.
Послушай, возможно, меня арестуют. Я не знаю, дадут мне срок или нет, но всякое возможно. Мурат, что ты несешь? Послушай меня внимательно. У меня в сейфе есть кое-какая сумма денег. Завтра ты должна открыть ячейку на свое имя. Мы все переложим к тебе. На некоторое время вам должно хватить. А квартиру и машину, скорее всего, отберут. Что? Я не могу понять, как это... Да, просто почему сделай, ты как так... я сказал. Почему? Просто сделай, как я тебе сказал! Нет. Алия, успокойся. Этого успокойся, не Алия! Мурат! Успокойся! Просто сделай, как я сказал. Это очень важно. Это все ради вас. Ты понимаешь это? Ты понимаешь это? Посмотри на меня, посмотри. Пообещай, что ты сделаешь так, как я сказал. Сделаешь? Обещаешь? Все же хорошо было. Все хорошо. Все будет хорошо. Все обойдется. Пойдем. Ахылбаев Мурат, вы арестованы по обвинению в хищении государственных средств в особо крупном размере. Пройдемте. В каких отношениях вы были с Айдаром Таркабаевым? Мы были одногруппниками, потом стали бизнес-партнерами. Каким видом деятельности занимались? Торговля строительных материалов. Вы участвовали в электронных госзакупках? Да, участвовали. Входили ли вы в сговор с заказчиками? Нет. Ваш бывший бизнес-партнер утверждает обратное. Он говорит, что именно вы договорились с чиновниками о неполной поставке товара, а разницу делили между собой. Нет, такого не было. Мурат, у нас есть копии ваших контрактов. Также личная переписка по WhatsApp между вами и Айдаром. Есть еще файлы с вашими расчетами. И, конечно, мы проведем экономическую экспертизу ваших цен, выставленных ценовых. Я уверен, они там сильно занижены. А еще как понять эту вашу постоянную удачу в выигрышах тендеров? Дайте мне время подумать. Да, я дам вам время. Но немного. В противном случае мы уже не будем столь любезны к вам. Вы же понимаете весь уровень ответственности? Да, понимаю. В общем, Мурат, смотри, твой партнер, Айдар, все подробно расписал, как и что вы делали. Собрать все доказательства по данным показаниям у них уйдет на это время. Ну, они их соберут. Угу. А что вы предлагаете? Написать чистосердечное признание, подписать с органами следствия процессуальное соглашение о сотрудничестве. Тебе дадут срок 5 лет. Но он будет условным. А за мной уголовная статья останется? Да, останется. Но предпринимательской деятельностью ты сможешь заниматься. Еще у тебя конфискуют все твое имущество. Квартиры, автомобили, счета в банках.
Пойми, этого не избежать. У тебя статья тяжелая. Да. Ну а что тут думаешь? Да, я согласен. Вот и моя история подошла к своему логическому концу. Теперь я использую свой накопленный опыт в сфере закупок для консультации моих клиентов. Ведь зачем зарывать свой талант, когда его можно использовать иначе? Правда?